Так, ребятки, всем привет, с вами Кайка, и сегодня с вами поиграем в игру под названием «Ужас глаз». Собственно, мне кажется, то, что вы подумали, я поиграю в ту игру, которую я уже играла, и про которую я уже снимала и видео, и трансляцию. Но нет, котятки, это совершенно другая игра. Это игра, которая была совсем по старинке, и сегодня мы будем в нее играть. Сейчас, ребята, я в нее уже сыграла один раз, и что мне нравится в этой игре? Во-первых, несколько плюсов. Плюс в том, то, что, во-первых, можно открывать двери и смотреть, как Крейси, наша милая Крейсишка, летает. Второй плюс, то, что мы можем собирать больше нужных мешков. И третий плюс, то, что тут не нужно ничего покупать, ты просто берешь и играешь. Что же, поехали! Тут точно такой же у нас, значит, стоит наш комментарий. Не комментарий, а наши переписочки. Тоже у нас тут и открывают нашу дверку. Собственно, мы оказываемся вот в таком доме. Так, давай сейчас, ребят, чувствительность лучше сделаем. Потому что она слишком маленькая. Эрису. Смотрите, какой телевизор красивый. Так, ребята, и тут, кстати, мешочки, они сияют, и поэтому в темноте их будет очень легко увидеть. Смотрите, как все красиво. Побежи. Ай, блин. Беги, беги, беги. Ран. Прям тут. Крейзер, что довольно быстро приходит. Да, ребят, довольно быстро. И в чем мне еще нравится плюс, в том, то, что, во-первых, когда она приходит, ты по глазам сразу же практически узнаешь, где она. И по подглядыванию в дверцу тоже. Смотрите, ребят, какие комнаты красивые, как они мне нравятся. Собственно, да, ребят, смотрите, как тут все красиво сделано, даже, мне кажется, лучше, чем в старой игре. Я хочу даже, как это сказать... О, так, мы нашли ключ. Как хочется сказать, прям... Хочу поблагодарить создателей вот этой игры, начальной игры. Потому что, как бы, это, блин, существовало. Вроде бы, как бы, это самый начальный уровень этой игры. Ну, нет, была, по-моему, еще какая-то другая игра, но фиг его знает. Так. Что мы сейчас делаем? Берем и бежим в коморочку. Коморочка тут также Крейси не может залетать. Так же, как в другой версии. Можем просто так встать и смотреть, посматривать, где наша Крейзишка с этой стороны и точно так же с этой стороночки. Здесь нужно открыть дверь. И закрыть ее. Ну, ребятки, здесь больше всего интереснее. Так что там мы сможем подойти и посмотреть. Кстати, ребятки, сегодня у нас случился конфликт в школе. Сегодня мальчик бросил мне в глаз ластиком и меня отпустили домой, потому что я просто-напросто ничего не вижу правым глазом. Но сейчас мне стало полегче. Через час мне стало полегче, когда я пришла домой. Вот получается, сколько сейчас времени у нас, ребятки? Сейчас у нас 16:17. Около как раз-таки 3 часов мне стало легче глазу, и я теперь начала нормально видеть. В общем-то, да, ребятки. Так, стоп. А сколько у нас глазов? Ёкаламаны. Ребята, я не вижу. Ай-яй-яй, это очень плохо. Очень плохо, ребятки. Это... Очень-очень-очень. И еще раз, очень плохо. Ребятки, я не могу видеть. Я не могу увидеть, сколько у меня глаз. Значит, нужно запоминать, сколько я их собрала. Так, какой-то немод, и глаза тут не бесконечные. В общем-то, да. Ребятки, простите меня, пожалуйста.
клетке. Это сейчас была моя бабушка. Вы слышали, наверное, что она сказала? Простите, пожалуйста, за это. Так, ребята, сейчас наша крысишка тут, и у нее трясется головка, когда она летает. Побежали нас, значит, на наш третий этаж, очень. И нам нужно успеть туда бежать. Снова очень быстро мы должны сейчас туда прибежать и все собрать. Так, Глазик, Глазик. Ай, Глазик. Побежали в эту комнатку. Привет, кто там к нам пришел? Сейчас посмотрим комментарии. Секс. Нам пришла Танёк Вэнс. Привет, Смирный. И привет, Мелкий Кэт. Ой, как у вас у всех дела? Кстати, Даня, расскажи, пожалуйста, что у вас было на последних уроках. Ну, даже не на последних, а на всех, короче, уроках. Что у вас было, на которых я не была? Скажи мне, пожалуйста, и напиши. Так, ребятки. Так, значит так. Сейчас мы должны будем дождаться, когда там еще раз крысишка придет. А теперь мы уже ее будем ждать в ванне. Ой. Ребятки, тут, оказывается, свет стоит на автомате. Вох ты ж, боже мой. Жалко, что толчок не открывается. О нет, тут у нас нет мешочков. Так, сколько у нас сейчас, собственно, мешочек? Так, ребятки, короче, сейчас будем ждать. И смотреть. Так, думаю, все, кто меня сейчас смотрит, они пишут комментарии, потому что я попросила написать, как у кого дела. И Данька Венца я попросила написать, что сейчас будет. Текст. И ты толкнула Криса, и она подвернула. Дело офигенно. Уроков мало задали. Норма с одноклассниками около школы гуляла, тестом замело, но коленки пришла вся мокрая. Ого! Класс! Так, Даню, что, реально, что ли, Кристина себе подвернула ногу? Это плохо. Так, ребятки, сейчас, значит, мы тут смотрим. И наша крысишка должна вроде бы быть уже внизу. Кто его знает, где она? Сейчас мы быстренько выбежим. Бежим в другую комнату. Ай, блин, тормозит, сильно тормозит, ребятки. Меня так бесит это. Очень бесит, если честно. Так, ребятки, сейчас, кто мне там что написал? Ага, это бил полный, бил, это бил полный пипец. Да уж. А за что ударило-то? Толкнул, точнее. Так, ребятки, 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 бежим сюда. Наш сундучочек. Так, у нас тут было два этих. Я... В смысле? Подожди, Мелкий Кэт, это Ксюша, да? Нет, стоп, не Ксюша. Кто такая Мелкий Кэт? Я что-то не могу додуматься, не могу вспомнить, кто ты. Так, стоп, Мелкий Кэт, Мелкий Кэт. Угу. Так, это... Нет, я не могу додуматься. Кто такая Мелкий Кэт? Смирный, ты знаешь? О, господи. Секс. Они играли в стритбол. Господи, как-то плохо. Кто такая Мелкий Кэт? Так, что это вообще какие-то загадки теперь на моем канале пошли? 6Б. Так, стой, ты случайно не Саша? Мне просто так кажется. Вау. Наш граммофон. Он такой классный, ребятки. У нас тут есть также книга. Но в книге у нас ничего нету. Закройся. Так, ребятки. Вы все пишите комментарии. А сейчас я их смотрю. А кто? Ну напиши, я не могу догадываться. Я настолько тупая, что не могу догадаться. Так,
В наш классик. О, нет, она поднялась на нас, на наш этаж. Ребятки, очень страшно, мне, по крайней мере. Там же еще есть одна дверь. А, встаем сюда. Аж бутылка трясется, ребята. А бутылка, наверное, от рома. Или кто его знает, от чего эта бутылочка. Итак, ребятки, заходим сюда. Не, а я Аня с Витой, помнишь? А, Аня, привет. Да, я тебя помню. Это было сегодня. Ай, Гайка, думаю, ты догадалась, кто я. Самая лучшая подруга Вита. Текс. Так, глазик. У меня есть еще один глаз. Она ушла на первый этаж, это очень хорошо. Сейчас, собственно, я сейчас могу быстренько добежать. А, куда мне бежать? Куда? Куда? Ай, ребятки, ребятки, мне очень страшно. Ребятки, я сейчас не успею. А, беги, беги, беги. Run. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Беги, беги, беги. Не тормози, пожалуйста. Ребятки, у меня телефон очень сильно тормозит, это очень плохо. Мы успели, ребятки, мы успели, это очень хорошо. Так, 15 комментариев. Так, смотрим. Еще был ван вафнаф. О, кстати, Данек Венс, это очень даже хорошая идея, но даже как-то не знаю, давно не играла, что-то как-то адреналинчик захватывает. Мне кажется, что эта игра намного добрее. Кстати, мне очень понравилась игра Крыня. Кто играл в нее, ставьте лайки под трансляцию. Кстати, да. Я думаю снять еще одну трансляцию с Грэнни, но как-то я там ее полностью не прохожу. Кстати, Данек и Лиане, вы играли в нее? И еще, ответьте на один вопрос. Вы когда-нибудь усыпляли бабушку? Потому что я однажды ее усыпила дротиками. Я взяла арбалет и просто решила проверить, что будет. Я стрельнула, и на 2 минуты бабушка уснула. Таким образом, я практически прошла игру, но она проснулась, и все, я не успела сбежать. Совсем неловко было. Вообще так неловко. Ужас. Я играла. Ставь лайк. Текст. Как меня это кайфует. Мне так нравится сдувать свечку. Смотрите, ребята, вот такой вот отличный плюс. Мы можем сдувать свечку. И мы можем очень много разных. Ой, господи, мне 2 лайка. Спасибо. Кстати, Данёк, ты не знаешь, Даша Смирнова, Даша накручивает подписчиков или нет? У нее уже за неделю 80 подписчиков. Она говорит из-за того, что просто-напросто ведет какие-то трансляции. Мне кажется, то, что она их все-таки накручивает. Как ты думаешь? И Аня, кстати, ты тоже. Напиши, как ты думаешь. Мне очень интересно ваше мнение. Мало ли. Блин, ребятки, нет глазика. А, сюда, бегу. О. Так, ребятки, сейчас смотрим. Мне интересно, она может сюда залететь? Очень даже интересно. Нет глазика, как? Так, у меня уже еще один, еще 17. Она... Мне кажется, мне тоже кажется, то, что она накручивает подписчиков, потому что я вообще раньше тоже думала накручивать подписчиков, но после подумала, что меня заблокирует YouTube и как бы будет нечестно. Поэтому будет очень плохо. Аня? Так, Аня еще ничего не писала. Текс. Потому что я реально тоже хотела накручивать, но просто решила, что это будет очень плохо и подло, так сказать. И, ребятки, я застряла. Я выпала и застряла. Это очень плохо. Да, Милки Кэт, Даша Смирнова. У нее тоже есть канал. У нее сейчас там 80 подписчиков. Даже 82 уже. Ребятки, я застряла. Может быть, мне как-то... Как я отсюда вылезу? Ребятки, это очень плохо. Я застряла здесь, и все. Я отсюда не выберусь. Сори, ребята, это очень плохо. Простите, ребята, но мне придется выйти из этой игры. Блин, как мне выйти?
Подскажите, как мне выйти отсюда, потому что меня это очень сильно бесит. Ой. Крейси тут. Так, ребятки. Офигеть, ребятки, я уже прошла все комнаты. Такой звук, такой треск, который... Мне кажется, что-то дрожит просто-напросто наши зубы. Ай, дай выйти-то. А, ну, пожалуйста. Так, короче, понятно, ребята, я тут застряла навсегда. Сорян, но нет, я сейчас выйду. Ребятки, я только что вышла отсюда, я теперь нахожусь здесь. Вот здесь вот, собственно. Угу. Итак, ребятки. Куда мы сейчас пойдем? Давайте сейчас пойдем на канал нашей Даши Смирновой. Точнее, это канал называется Диана Тост. Тихо, ребята, пришел мой младший брат. Что тебе надо? Что? Нет, я не играю, не во что. Иди. Иди. Итак, ребятки, я сейчас тут. Мой младший брат мне так надоедает. Ура, завтра праздник. Праздник пишется. Да, что-то, конечно, я не грамотный, но ничего страшного. Дима, дверь закрыта, не пытайся зайти. Что тебе положить надо? Ай, минуточку, ребята. Так, сейчас пойдем в подписки. Ребятки, мой младший брат уже успел меня обидеть. Так, как ты, блин, голос изменяешь? Я просто так разговариваю. Я просто люблю как бы копировать голоса, и мне это как-то, ну, как сказать, очень нравится. Стану все в порядке, мама. Мама стала. Итак, ребятки, где же мы сейчас? Где же мы сейчас? Угу. Сейчас, ребятки, мы посмотрим, что находится тут, и после пойдем к нашей Даше. Что же, пошлите смотреть на ее канал. А, так, Диана Тост, главное. Я подписана, Диана Тост, 82 подписчика, это все за неделю. И сейчас, сколько всего у нее видео? Ребятки, видео у нее достаточно много. Она начала... Так. Вот у нее стрим игры Гренни, стрим, стрима «Помогите, что это?» и так далее. Ребятки, она сначала начинала с лизунов, после всякие прогулки, после... Она сняла, играя в Майнкрафт и так далее. Но, если честно, то Майнкрафт сейчас как бы не очень такой популярный, но все-таки мне тоже хочется иногда бывает снимать про него. Он интересный. Кто? Я уже вижу. Ребятки, подождите, мне придется вас сейчас на минуточку оставить. У меня максимум просмотров. Ой, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так, ребятки. Полезли, собственно, смотреть за нашими просмотрами. Как сейчас спросил Данек Вэнс? Библиотека. И поехали на мой канал. Мои видео. Так, топ, где мой канал будет? Ой, ребятки. Простите.
Так, ребятки, сейчас у меня тут два зрителя, и, собственно, да. Так, пошлите на мои первые самые видео. Видео у меня намного больше, чем у Даши. И, собственно, ребятки, знаете, иногда YouTube сам прибавляет 3-5. В смысле, это правда? Как так может быть? Походу, так. Ребята, мое самое первое видео это смотрим рецепты Лизуна. Ребят, не хочу, если честно, вспоминать это видео, но ладно, придется вспомнить. Итак, ребятки, сейчас у меня 25 подписчиков на канале, и оно как бы не очень мне это нравится. Так, тут у меня 22 просмотра. Давайте посмотрим и комментарии. Комментарии. Ого. Так, 22 просмотра, ребятки. Идем про Майнкрафт смотреть. Тут у меня, собственно, 10 так, пока что 22. 7 просмотров, ребятки. Вот получается, мне кажется, что смотрим рецепты Лизуна. Это будет самое большое видео, на котором самое большое количество наших просмотров. Тут вообще 3 просмотра. Тут, ребятки, 10. Ой, нужно поставить лайкусик. Простите, ребятки, но думаю, для вас не новость, то, что большинство людей ставят сами себе всякие лайки. Так что, ребятки, простите, если вам что-то не нравится. Но нужно поставить. Будьте предельно осторожны, ребятки. Это, ребята, просто мне как бы было скучно, мне пришлось снять, так что вот. Так, наши комментарии. У меня самое первое видео про посылку, 169 просмотров. Обалдеть! Ой, ребятки, мне так, блин, бесил этот видео. Так, ребятки, тут тоже мало просмотров. Дальше, классный дом. Ой, прям часть, 12 просмотров. Мелкий Кэт, хочешь, я тебя пропиарю? Она мне только что задала такой вопрос. Если тебе не сложно, то можешь пропиарить. И, собственно, я тоже смогу пропиарить, если, конечно же, у меня получится. Я буду очень рада, если ты мне пропиаришь. Так. Данила Квенс, терпение, терпение. Сейчас посмотрим у меня. Так, давайте сейчас очень быстро просто будем пролистывать, сколько у меня просмотров. 11. Так, тут у меня 5. Ой, ребятки. Ай, мой младший. О, офигеть, 27 просмотров, попробуй не подпевать челлендж. Просто как бы это очень популярное видео, так что вот, 27 просмотров рулит. Ой, боже мой, что за ужас. Так, 15 просмотров. Это, кстати, я была у бабушки. А, классный дом, часть, так, вообще 2 просмотра, господи, боже мой. Так, что еще за комментарии? В среду видео будет где-то вечером. Хорошо, мелкий Кэт. Дальше, значит, как смешно. Ой, боже мой, 13 просмотров. Ой, ребят, обожаю видео это. Ребят, мне правда так нравится, как это видео так делается. Дальше смотрим. Так, тут 21 просмотр. Пока что ролит у нас видео вот это вот первое, и которое 27 просмотров. Ну, сама... О, господи, рассказ о пастыре. Как я так могла написать? О постере. Надо было написать о постере. 19 просмотров, ребятки. Ой, господи, боже мой. Так. О, офигеть! Ребята, 39 просмотров. Я не ожидала, что у меня будет такое большое количество, но... Да, для меня такое большое удивление. 39, 51, ребятки. Это очень много. Так, 51 просмотр. Сколько там сказала мелкий Кэт? Что ж, так. Топ-5. Ой, господи, ребятки, слишком как-то такая ужасная музыка. Половину видео, мне кажется, так, а делаешь конкурс?
меня и так уже идет конкурс. Попробуй это. Короче, вызов принять челлендж и вопрос-ответ челлендж. Так что можете писать мне под видео, под каким-нибудь под моим видео. Вот, например, под этой трансляцией там в комментариях. Но сейчас не в этих, потому что я не запомню. Так что да. Вот так вот, ребятки. Так, попробуй не заблокать челлендж. 23 просмотра. Я тут плакала. Ой, ночь истории, кстати, у меня все еще остались эти видео, ребятки. Но мне кажется, я больше его не буду пускать, хотя у меня все еще осталось приложение. 38. Акинатор 25. Как достать соседей? О боже мой, это райская игра. Five Nights at Freddy's 2. Ой, я тут изображала бабушку, переломы. Мамочки, что за лицо? Так. Короче, ребят, пока что 51 просмотр. Это очень даже много. Ой, кто еще? Кто третий зритель пришел? Привет, привет. Опа-на, Диана Тост, приветик. Как дела? Как делишки у моей сынишки? Такс. Пришла Даша Смирнова. Милки Кэт спрашивает, кто пришел. Я отвечаю. Так, в общем, как я понимаю, 51 просмотр — это самое большое, то, что у меня есть, так что... Вот, ребятки. 108 просмотров, ребята! Как это много. Офигеть. 108 просмотров пока что. Вот это как раз-таки много. А я думала уже остановиться. Ой, господи, ребята, как я иногда бывает ору с обложек моих видео. Потому что, ребята, я их не могу оставить. Это очень жалко. Так, Даш, как, ты когда выйдешь с больничного? Давай ПЖ Модерни. Данёк, вопрос. Что такое Модера? Так, Хайп Кэмп. 46 просмотров. Так что, ребята, пока что 108 просмотров больше всего ролик. 105 просмотров, ребята, чуть-чуть не догнал. Ночь истории. Так, 17. Что ж, ребятки, сейчас будет дресс-код. Так, и... ребята, ну, во-первых, что такое дресс-код? Вот это... Так, скороговорки. Тут, ребятки, у меня совершенно не работал. Наработала звуковая фигня. И да, скороговорки были очень сложные, и мне их было очень сложно читать. Господи, модератор. Посмотри мои видео по обложкам. 80 тостиков у меня. Ребята, я вам говорила в начале видео кое-что об этом канале. Следит за чатом. А кто за чатом следит? Какой мне интересно с группе за чатом следит? В нашем классе или же... Диана Тос, скажи честно, ты накручиваешь подписчиков ведь так, потому что за неделю ты не можешь столько много набрать. И мне Ира Сорокина говорила, то, что ты их накручиваешь себе. То, что тебя уже когда-то блокировала администрация. 7 минут 45, просто видео мало, и мне это не загрузилось. Так что сейчас по-быстренькому, чтобы у меня загрузилось. Так, ребятки, минуточку, полежите под одеялком. Хватит долбить. Я не собираюсь его сейчас играть, потому что я не играю на такую бабу. Вот, сейчас, смотри видео еще. Итак, ребятки, я уже здесь. Простите, что вас заставляю ждать. Эй, куда все ушли?
Данек, Венс, матерись, пожалуйста. Ну, как бы тут нельзя материться, ну ладно. Эй, алё, кто остался смотреть на мои видео? Пожалуйста, вернитесь, те, кто ушли. Я не знаю, кто ушел. Милки Кэт, Данек или Диана, и кто остался? Просто очень скучно без вас и... Не знаю даже. В общем, 108 просмотров, ребятки, рулит. Ура, все вернулись на место, либо или же никто не уходил. Наверное, у меня просто-напросто все. Ой, ребятки, 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 простите, пожалуйста. О нет, у меня опять все тормозит. И это очень плохо, мне это совершенно не нравится. Так, Рип. Я